Теперь я себя вижу. Вот так я не буду видеть клавиатуру. Вот так вот. Мультиплеер. Host Saved Game. Теперь не надо иметь статического IP-адреса, чтобы играть в эту игру Factorio. Раньше что-то не получалось. Надо было расшарить порты. А я доступ к своему роутеру, черт знает, когда потерял. Кто-то по стандартному паролю. Я не менял пароль. Пароль от производителя был. Я думал, ну никто в радиусе 20 метров уж не взломает мой Wi-Fi роутер. Кто-то все-таки достал, поменял пароль, зараза. Кнопочку reset нажимать не хочу. Просто временно я не имею доступа к своему роутеру. И так, загружаюсь. Версия 0.17.53. Время игры 1:58. Немало уже. Так, пароль восьмерочка. О-оу. Сейчас я напишу моему другу. Так. Заходит, заходит. Ждал меня. Сейчас зайдет. Если в игре слишком сложные настройки сделать, то можно действительно не выиграть, проиграть этим жукам. Ресурсы исчерпаем ближайшие, захватить территорию не сможем и проиграем. Так, так. Много желез. Так, раз. А, о, у меня их лишнее. Зачем четвертое? А, нет. Да, четвертое. Ой, что я натворил. Надо железо теперь делать. Так, три пушки есть. Пойду поставлю там пушки. Ну где? Где он заходит-то? А, стреляет пушки. Какие хорошие пушки-то. Только я отошел. Кошмар. Оу, скорее помогать. Три пушки мало. О, боже мой! Кранты всем. О, боже мой! Я все потерял. Вот так. Надо четыре пушки. О май гад. О май гад. Все разломали, жуки противные. Отошел на секундочку. Хорошо, что отошел. Так, пушка сохранилась одна. Тут майнер пропал у меня. Майнер надо сделать. Сюда. Стек угля. О, загружает карту. Стив. Пришел. Так, я ему пишу, была сильная атака. Так. Сейчас патронов наделаю. Пишу. Я им пишу, что я делаю 100 патронов.
Только что потерял две башни, две пушки. И один майнер потеряли, кажется. Там черви маленькие. Ой. Да, два ствола, конечно, лучше. Не хочет он подготавливаться, хочет вот воевать, грубо. А, червяк, червяк, убегай! Да не от меня же убегай, от них убегай. Гады, подонки, куда ты убежал, Стив? Куда ты убежал? В кислоту не наступай, наступил. Сейчас его убьют. Неопытный. В предыдущей версии 0.16 они не плевались так кислотой. Плевались кислотой, но она на земле не валялась. Не было лужи с кислотой. Так, наступаю. Проклятые жуки. Надо уворачиваться, иначе кранты. Гады, гады, плюются сильно. Оу, плюнули. Плюются, сволочи. Так. Ау! Ау! Плюется, плюется, плюется! Не, я сейчас сдохну. У меня куча патронов. Все, в два стола легче, конечно. Да с таким умелым воином. Один бы я ему, конечно, не смог бы. Без патронов деремся. Фантастика, можно без патронов драться. Пробел нажимаешь, без патронов деремся. Так, патроны надо делать. Так, я сопру. Украду немножко железа. Железо спасим. Обойму сделаю. В одного стреляет, другой... В одного они плюются, другой стреляет в них. Вот такая тактика.
Я пытаюсь по-английски писать в чат. Я английский не всегда понимаю, что надо написать, чтобы выразить свои мысли. Ну, вроде бы меня понимает мой английский друг. Больше патронов, больше железа. Майнеры, майнеры нужны. Железо и майнеры надо. Потеряли кучу угля. А, где мы их потеряли? Я не знаю. Майнер, майнер, майнер. Ага. Ага. Говорит, подожди, подожди, пока наступит день, чтобы убить гнезда. Ага. Так, это мы грохнули, это мы грохнули. Это мы грохнули. Ага. Окей. Я говорю, я пишу окей, но у меня нет патронов. Так, патроны. Чё, у тебя ружьё? Двойное ружьё. Токио. О, электричества нету! Уголь есть. Уголь есть. Уголь я отнесу. Уголь закончился. В сундуке было 3 стека где-то. И это все закончилось. Какой кошмар. Ну я туда засуну весь этот уголь, боже. Там майя стоит. Так, это закину, это мне не надо. Так, это мне уже не надо. Это пригодится. Так. Так. Бессмысленно это все прятать в сундук, потому что из сундука придут вредные злые жуки, все это сундук сломают. Торопится. Оуч. Ага. Там все ломают, ага. В чат пишу ерунду какую-то. Сволочи, все сломали. Больно сломали. Весь уголь сломали. Похерили уголь. Пипец. Ну и что, мой друг, мы будем делать? Что делать? Эй.
пишу. Нет железа, нет патронов, нет угля. Все похерили. Ну, не унывает мой друг. Говорит, я получил патроны. Ну ладно. Давай их. Из угля. Для бойлера. Уже не имеет смысла. Для бойлера. Ладно. Стив что-нибудь придумает. Починю это. Блин, принеси уголь. Так, из печки достать, я спрашиваю. Достану из печек, что же делать. Ой. Так, я пишу, что я принес железо и уголь. Ну это я подведу электричество к нему, к бойлеру. К паровой турбине. Так, сундук я поставлю. Инвертер я поставлю. Пошли убивать на юг, я спрашиваю. Ой, сундук-то. Ой. Вот это возьму. Да что ж ты будешь делать? Ага, он уходит сейчас, из игры выходит. У него дела семейные. Окей. Окей. Кикей. Лабораторию раздавили, гады, жуки. Ну, в ней бутылок не было, просто лаборатория недорогая. Так, что у меня тут есть? Железо. Я сделаю патроны на все. 42 обоймы будет дополнительно. Так, значит, через 5 минут Стив уходит по семейным делам. И я буду... Что делать? Патрон, не убивайте уголь. Где у меня ремонтный набор? Успел я подойти. Точнее, успел нажать клавишу пробел. Еще что надо починить?
Надо стену сделать. Надо стены. Помогают. И на строительство стен, на производство стен, не требуется таких ценных материалов, как железо, медь. Уголь не нужен. Чтобы производить камень, нужно чуть-чуть топлива, чтобы обеспечивать работу бойлера. Только. Все. Ага. Ну ладно, две пушки задержат ненадолго. Ага. Я... Ага. Я не буду играть без него. Ага, я буду ждать. Чё он написал? А, усилить защиту надо, говорит. Ну ладно, я добавлю еще две пушки. Пока тебя не будет. Так, вот одна пушка, я по ошибке сделал. Пригодится теперь. Так, бум-бум-бум. Поставлю ее сюда. Да. Смертельный мир. Режим смертельного мира оправдывает свое название. Сложно стартовать даже. Так, а где у нас еще что-то? А, вот, уголь есть, железо какое-какое есть. О, две пушки только. И то, что, оттуда, отсюда что взял? Две пушки было мало. А, и здесь две. Распределил. Ну и толку. Оу. Две мало. Они толкой толпой нападают. Так, медь нужна для пушек. Не-не. Ага. Ага. Нет, буду ждать. Сохраню, буду ждать моего друга. Останавливаю запись.